Всем привет! Всем привет, всем здравствуйте! Сегодня я с вами Катя Мирошниченко, и у нас сегодня финал конкурса Amy Nail Fest. Сегодня я объявляю победителей. У меня здесь вот такая гора сертификатов. Я их специально сейчас как бы поднять положила последовательно по очереди, по всем номинациям, чтобы было все не вперемешку. Как раз первые два сертификата я поставила на стол, сейчас их произнесу и последовательно начну произносить, зачитывать всем фамилии, места, категория, номинация и место. Обязательно для вас, участники конкурса, мы проведем отдельный эфир в нашем канале конкурса, поэтому не забывайте о том, что у вас есть канал в Телеграме, где сидят только участники конкурса. На следующей неделе с Натальей Алтуховой мы выйдем в Телеграме и ответим на все ваши вопросы. Там как раз с вами поболтаем. Так как сейчас это прямой эфир, здесь, к сожалению, вопросы-ответы не получится. Сейчас будет просто зачитка мест. Можете сейчас посмотреть, как выглядят, будут сертификаты, очень красивые, яркие. Я думаю, что вам даже захочется купить рамочку и повесить на стенку, если предполагает ваш интерьер. Также можете посмотреть, какие у нас красивые кубки. Я специально постаралась сделать, чтобы нижняя часть отображала как можно крупнее цифру вашего места. Вот, потому что, конечно, кубки за второе и третье место уже чуть поменьше, но даже у третьего места хорошо видна цифра. Это чтобы, когда стоит кубок за спиной мастера, либо в зоне ресепшена, хорошо в глаза бросалось, какое место на кубке. Итак, приступаем, так как очень много сертификатов. Конечно, будут такие номинации, где будет и первое, второе, третье место. Будут номинации, где, например, только одно место. Будут номинации, где, например, есть только третье место, второе, первое отсутствует. Или будут номинации, где, например, только первое место, один человек, а, например, второе, третье отсутствует. Это по причине того, что первое место, второе место, третье место, оно приравнивается к определенным объемам баллов. Нужно набрать, например, для первого места это от 90 до 100 баллов, да, если второе место у вас должно быть там минимум 80 баллов, если там третье место это минимум 70 баллов. Поэтому были такие номинации, где, например, участники не добрали до нужного количества баллов, чтобы выйти на второе, третье место, да, и, например, есть только участник с первым местом. Вот такие разрывы, они будут встречаться, поэтому не обращайте внимания на это, на все вопросы с Натальей Алтуховой. Мы отдельно уже потом в канале вам все проговорим. Отдельное спасибо я очень хочу сказать нашим судьям. Обязательно вывешу еще раз список со всеми аккаунтами судей, которые принимали участие в судействе, потому что судили несколько дней, объем огромный участников, очень много номинаций, и заявилось очень много людей, особенно битва была за классическое моделирование, это миндаль и квадрат, там где черный френч и однотонное покрытие черное. Также хочется отдельное спасибо сказать не просто судьям, а тот, кто принимал непосредственно участие в организации этого конкурса. Это Наталья Алтухова. Ей, наверное, самое огромное спасибо, низкий ей поклон, потому что если бы не она, я не знаю, как бы я справилась, потому что для меня это был первый проект Amy Nail Fest, первый конкурс, и Наташа, конечно, сделала львиную долю работы, проделала за эти два месяца. Также отдельно хочу сказать спасибо большое, это Ане Аколот. Благодаря ее настойчивости, во-первых, состоялся этот конкурс, потому что в какой-то момент ее желание, чтобы все-таки Amy наконец сделала онлайн-конкурс, на меня очень сильно повлияло. И также спасибо ей отдельное за креатив, потому что она предложила как раз очень много интересных номинаций новых, новое прочтение классическим номинациям. В общем, еще главная новость. Смотрите, я сделала два аккаунта для Инстаграм. Это будет аккаунт в Инстаграм, уже заведен аккаунт в Инстаграм. С завтрашнего дня я начну туда выкладывать большую часть работ конкурсов.
Не все, но большую часть вы там сможете потихоньку до конца недели заходить и просматривать, как выглядят работы победителей в той или иной номинации. Аккаунт я после эфира размещу у себя в сторис и, конечно же, отмечу под постом, потом под этим эфиром. Что касается YouTube и ВК, я сделала отдельное сообщество в ВК, где также я буду в течение недели загружать работы, фото конкурсных работ победителей. Вот это еще такая основная главная новость, что вы сможете увидеть работы всех победителей. Поехали! Первая номинация очень нестандартная, интересная, она называется «Stamp Couture». И «Stamp Couture», сейчас давайте вот так вот возьму, в «Эксперте» первое место заняла Оксана Глущенко. Оксана, поздравляем! Сейчас, кстати, расскажу, какие подарки же. Кстати, самое главное, подарки не показала. Дальше, «Stamp Couture» в категории «Инструктор» первое место заняла Ольга Пашан. Пащан, возможно, немножко некорректно произношу, поэтому прошу прощения. И «Stamp Couture» в категории «Инструктор» второе место Лилия Самойлова. Категория «Инструктор» третье место, номинация «Stamp Couture» Вера Рязанова. Номинация «Stamp Couture» «Мастер» первое место Анна Полупан. Победитель в «Stamp Couture» в категории «Мастер» второе место Ирина Аксенова. Победитель в номинации «Stamp Couture» «Мастер» третье место Олеся Веселова. Победитель в номинации «Stamp Couture» «Юниор» первое место Евгения Рыленко. Еще раз посмотрите, какие красивые сертификаты. А сейчас переходим к следующей номинации. Следующая номинация – это мини-кутюр, но я хочу показать вам наши подарки. Еще раз напомню. Первое место. Сейчас, вот так. Подарки действительно очень большие сделала Элли. Вот. Вообще я хотела сказать, что те люди, кто приняли участие в первом конкурсе Nail Fest, вам очень повезло. Во-первых, очень большой фонд подарков, потому что, когда я организовывала этот конкурс, я не совсем понимала экономику и математики данного мероприятия, поэтому самый большой фонд, мне кажется, будет именно у первого конкурса. Второе, очень важное, то, что на самом деле участников всегда у первого конкурса меньше, чем в последующих. И вероятности выиграть в данном конкурсе, так как он был первый организован, намного выше, чем у последующих конкурсов. Это будет не первый конкурс, вернее, это будет не последний конкурс. Чуть позже, возможно, к концу сентября будут понятны даты следующего Amy Nail Fest. Единственное, что цена, конечно, номинация, она будет уже совсем другая, потому что так как мы делали первый конкурс, мы сделали, ну, я считаю, не совсем высокую цену за одну номинацию. Вот, поэтому, дорогие участники конкурса, я считаю, что как бы все карты сошлись, все, кто сегодня победил. Итак, за первое место, еще раз напомню, идет набор из 8 гель-лаков. Это Virtus Passage. Это очень вкусные свечки массажные. Это один пример цветной базы скульптурной. Это крем для рук и тела Fluid. Очень с хорошей консистенцией, интересная. Также на пробу интересный декоративный топ. И три вида декорации. Это то, что будет дариться за первое место. Все будем вам отправлять в ближайшее время. Все будет зависеть от города, где вы находитесь. Давайте сейчас я покажу, что у нас входит во второе место. Понятно, что ближайшие регионы, они получат раньше, чем дальние регионы. Так. За второе место у нас идет набор Tide of Life. Также идет свечка. Массажная свеча. Также идет крем для тела и для рук, и также идут несколько видов декораций. Это подарок за второе место. Так, вот так, стороночку положу.
И третье место. В третьем месте здесь объем подарков чуть поменьше, но я считаю, что все равно тоже очень крутой. Здесь новый скраб для тела, шоколадный. Здесь идет перчатки коллагеновые, также идет массажная свеча, также идет классная новая тема, это с однофазными гель-лаками для покрытия, разные оттенки, и также идут декорации. Это третье место. Так, все, ну а мы с вами теперь уже не отвлекаемся и продолжаем идти дальше. Итак, следующая номинация — мини-кутюр. Категория «Эксперт». Первое место — Оксана Мишиева. Еще раз, если где-то немножко некорректно читаю фамилию, простите мне это. Дальше, мини-кутюр. Категория «Инструктор». Первое место — Ольга Пощан. Мини-кутюр. Инструктор. Второе место — Надежда Скоробогатова. Мини-кутюр. Инструктор. Третье место — Елена Бухол. Или Бухал. Мини-кутюр, мастер, первое место — Екатерина Попова. Мини-кутюр, мастер, второе место — Наталья Безуглянная. Мини-кутюр, мастер, третье место — Юлия Самохвалова. Мини-кутюр, юниор, первое место — Виктория Кузьменко. Мини-кутюр, юниор, второе место — Маргарита Накрайникова. Мини-кутюр, юниор, третье место — Ирина Зеленина. Итак, следующая номинация — декор-кутюр. Категория «Эксперт». Первое место — Оксана Мишиева. Декор-кутюр. Категория «Инструктор». Первое место — Светлана Дуванова. Декор-кутюр, инструктор, второе место — Ольга Пощан. Видите, да, что в некоторых номинациях встречаются одни и те же фамилии. Декор-кутюр, мастер, первое место — Екатерина Попова. Потому что многие участники покупали пакетами номинации, пакеты из трех номинаций, из шести номинаций. Дальше, декор-кутюр, мастер, второе место — Олеся Веселова. И последняя — декор-кутюр, мастер, третье место — Галина Вайло или Вайло. Переходим к юниорам. Декор-кутюр, первое место — Виктория Щетинина. Декор-кутюр, юниор, второе место, возможно, не совсем сейчас правильно прочту, Анна Вингерт. Сейчас подумаем еще, как мы будем Анне отправлять, это же в Европу из России. Вот. Но я надеюсь, что все получится. Дальше, следующая новая номинация — это художественная роспись, сюжетная композиция 5 сантиметров. Итак, категория «Инструктор», первое место — Ольга Спириденко. Художественная роспись, сюжетная композиция, «Инструктор», второе место — Дарья Томилова. Художественная роспись, сюжетная композиция, категория «Мастер», первое место — Наталья Евстигнеева. Художественная роспись, сюжетная композиция, «Мастер», второе место — Кабашенко Юлия. И третье место в художественной росписи в категории «Мастер» — Людмила Ковалева-Ещенко. И переходим к юниорам. Художественная роспись, сюжетная композиция 5 сантиметров, категория юниоры, первое место — Виктория Щетинина. Художественная роспись, сюжетная композиция, категория юниор, второе место — Ирина Зеленина. Художественная роспись, сюжетная композиция, начинаем, 10 сантиметров, новая номинация. Категория «Инструктор», первое место — Анна Коноплева. Художественная роспись, 10 сантиметров, «Инструктор», второе место — Волошина Марина. Я так чувствую, у меня голос сядет. Художественная роспись, сюжетная композиция, 10 сантиметров, категория «Инструктор», третье место — Ольга Мирсагатова.
Это правильно. Художественная роспись, сюжетная композиция 10 сантиметров, категория мастер, первое место Екатерина Малашенко. Художественная роспись, сюжетная композиция 10 сантиметров, мастер, второе место Наталья Федоровна Барабанова. Мы, кстати, писали то, как нам дали, потому что многие участники давали с отчеством, кто-то давал без отчества. Художественная роспись, сюжетная композиция 10 сантиметров, мастер, третье место Елена Павловская. Художественная роспись, сюжетная композиция 10 сантиметров, юниор, первое место Полина Ноздрина. Художественная роспись, сюжетная композиция 10 сантиметров, юниор, второе место Ирина Зеленина. Художественная роспись, сюжетная композиция 10 сантиметров, категория юниор, третье место Виктория Щетинина. Переходим к следующей номинации – китайская роспись. Кстати, вам на заметку, в китайской росписи, в лепке, участников было меньше всего. Вот что самое интересное, вот такие сложно сочиненные номинации, вот туда меньше всего всегда идет людей. И вероятность там победить всегда выше. Самое главное, все равно выполнить определенное количество баллов, данное для места, соблюсти все критерии, вот, и место обеспечено, потому что борьба идет не сильно в данном случае. Итак, китайская роспись, флористика, категория эксперт, первое место Оксана Мишиева. Китайская роспись, флористика, категория инструктор, первое место Татьяна Магдыч. Китайская роспись, флористика, инструктор, второе место Ольга Паша. Китайская роспись, флористика, категория инструктор, третье место, Екатерина Яманова. Екатерина Яманова. Китайская роспись, флористика, категория мастер, первое место, Ольга Самылова. Китайская роспись, сюжетная композиция, мастер, первое место, Ольга Молдованова. Следующая номинация. Видите, здесь в некоторых номинациях буквально по одному человеку. Вот реально даже одна категория, одно место, потому что было очень мало участников. Вот вам просто на заметочку на следующий раз. Гелевая лепка пластилина, флористика, категория инструктор, третье место Екатерина Яманова. Гелевая лепка пластилина, флористика, категория мастер, первое место Алена Чобану. Гелевая лепка пластилина, флористика, мастер, второе место Алиса Дунаева. В юниорах только третье место, это гелевая лепка пластилина, флористика, Наталья Сильвестрова. Сильвестрова. Дальше, аэрография тоже оказалась одна из самых сложно выполнимых номинаций, и в ней тоже было меньше всего участников. Тоже на минуточку подумайте об этом. Аэрография, художественная аэрография, эксперт, категория эксперт, первое место Елена Пен. Аэрография салонная, мастер, категория первое место Валентина Дымова. Аэрография салонная, юниор, первое место Юлия Климова. И дальше мы приступаем к номинациям, которые относятся больше уже к классике. Номинации по дизайну я закончила объявлять, и мы переходим с вами к конкурсному стилету. Категория инструктор, третье место Татьяна Гоголевская. Конкурсный стилет, категория мастер, первое место Вероника Павловичева. Конкурсный стилет, мастер, второе место Ольга Михелева. Конкурсный стилет, мастер, третье место, Екатерина Никулина. Конкурсный стилет, юниор, первое место, Евгения Рыленко. Конкурсный стилет, юниоры, второе место, Наталья Сильвестрова. Переходим к готическому.
детскому миндалю. Готический миндаль. Инструктор. Первое место. Ольга Бугаева. Готический миндаль. Категория инструктор. Второе место. Марина Капанадзе. И готический миндаль. Категория инструктора. Третье место. Наталья Шевченко. Дальше. Категория мастер. Готический миндаль. Первое место. Полина Алефирова. Готический миндаль. Категория мастер. Второе место. Людмила Быватова. Готический миндаль. Категория мастер. Третье место. Галина Вайла. Все хорошо, Галина? Салонное моделирование миндаль. Вот где был бой. Насмерть, как сказали тренера, как сказали судьи, потому что действительно участников было очень много. Но вообще, если из практики взять, конечно же, это самые популярные номинации. Действительно, здесь, если ты берешь первое, второе, третье место, это считается, что ты просто супер. Что ты, если вышел в этих номинациях на первое, второе, третье место, это ты просто бог моделирования. Итак, салонное моделирование миндаль. Категория инструктор. Первое место. Ирина Дробникова. Салонное моделирование миндаль. Категория инструктор. Третье место. Галина Франц. Салонное моделирование миндаль. Мастер. Первое место. Екатерина Коновалова. Салонное моделирование миндаль. Мастер. Второе место. Ольга Молдованова. Салонное моделирование миндаль, категория мастер, третье место, Ольга Закирова. Салонное моделирование миндаль, переходим в юниоры, первое место, Анна Аркадьевна Новик. Второе место в юниорах салонное моделирование, Светлана Реутова. Салонное моделирование, переходим к квадрат. Вот здесь, наверное, был топ по количеству участников. Итак, категория инструктор. Первое место. Ирина Дробникова. Салонное моделирование, квадрат, категория инструктор. Второе место. Ольга Бугаева. Салонное моделирование, квадрат, инструктор. Третье место. Татьяна Серебренникова. Салонное моделирование, квадрат, мастер, первое место, Долматова Елена. Салонное моделирование, квадрат, мастер, второе место, Анастасия Назарова. Салонное моделирование, квадрат, мастер, третье место, Екатерина Коновалова. Салонное моделирование, квадрат, переходим в юниоры. Первое место, Валерия Бирюкова. Салонное моделирование, квадрат, юниор, второе место, Виктория Абеленцева, простите, пожалуйста. Конкурсное моделирование, Age, новая категория. В Age очень много было спорных моментов на самом деле. Было много работ с одной стороны, но с другой стороны мало кто сделал действительно Age. Вот, поэтому сейчас в Age не так много будет мест, чтобы вы понимали, как раз по этой причине. Потому что много присылали форму, но это были не Age. Вот, поэтому если вы, например, не видите сейчас своих фамилий в победителях, обязательно приглашаю вас на эфир, который пройдет на следующей неделе в канале конкурса, и вы сможете задать все вопросы. Мы, возможно, даже какие-то работы пооткрываем и прям попоказываем, какие были основные ошибки. Мы разберем эти ошибки. Итак, Age, категория инструктор, первое место, Анастасия Спиркина. Конкурсное моделирование Age, категория инструктор, второе место, Ольга Пашан. Ольга Пашан, она сколько номинаций купила? Девять. Ого. Конкурсное моделирование. Age. Мастер. Первое место. Ольга Михелева. Конкурсное моделирование. Age. Мастер. Второе место. Анна Волкова.
И переходим к новой номинации. Маникюр, гель-лак, гель, однотонное покрытие, инструктор. Первое место Анастасия Лупнева. Маникюр, гель-лак, однотонное покрытие, инструктор. Второе место Ольга Мирсагатова. Маникюр, гель-лак, однотонное покрытие, инструктор. Третье место Екатерина Григорьева. Маникюр, гель-лак, однотонное покрытие, мастер. Первое место Кабашенко Юлия. Кабашенко Юлия. Маникюр, гель-лак, однотонное покрытие, категория мастер. Второе место Ольга Молдованова. Маникюр, гель-лак, однотонное покрытие, категория мастер. Третье место Юлия Сыпучкина. Маникюр, гель-лак, однотонное покрытие, юниор. Первое место Алина Стетюха. Маникюр, гель-лак, однотонное покрытие, юниор. Второе место Надежда Черепова. Маникюр, гель-лак, однотонное покрытие, юниор. Третье место Евгения Рыленко. Маникюр, гель-лак, французское покрытие, новое. Номинация, категория, инструктор. Первое место Валентина Чокнадий. Маникюр, гель-лак, французское покрытие, инструктор. Второе место Татьяна Серебренникова. Маникюр, гель-лак, французское покрытие, категория, инструктор. Третье место Лилия Самойлова. Маникюр, гель-лак, французское покрытие, категория мастер. Первое место Яна Гасанова. Маникюр, гель-лак, французское покрытие, мастер. Второе место Анна Волкова. Маникюр, гель-лак, французское покрытие, мастер. Третье место Александра Милс. Маникюр, гель-лак, французское покрытие, юниор. Первое место Юлия Федорова. Маникюр, гель-лак, ручная роспись, инструктор. Первое место Любовь Винокурова. Здесь тоже было, кстати, очень много участников, в том числе. Маникюр, гель-лак, ручная роспись, мастер. Третье место Регина Юмагузина. Переходим к педикюру. Тоже обязательно, кто участвовал в категориях, вот все, что связано с педикюром и с маникюром, обязательно приходите на прямой эфир, который будет в телеграм-канале, потому что на самом деле были классные работы, например, по педикюру с пленками, но, например, почему-то человек присылал фотографию одной ноги, да, и, конечно, он в любом случае, как бы классно не было сделано, проигрывал той работе, где было две ноги. Вот много таких моментов было, поэтому обязательно, у кого будут вопросы, я уверена, у многих будут, приходим на прямой эфир, я заранее буду объявлять в нашем канале число и день недели, который будет у нас на следующей неделе. Итак, педикюр пленки, категория инструктор, первое место Ольга Бугаева. Педикюр пленки, категория инструктор, второе место Ирина Владимировна. Фамилию не написали. Как написала? Там, значит, фамилии не было. Ну, Ирина Владимировна, действительно, я помню, у одного человека не было фамилии, вам надо будет нам отписаться, мы это перепечатаем. Тебе надо было, ну ладно. Итак, педикюр пленки, инструктор, третье место Татьяна Руденко. Педикюр пленки, мастер, первое место Мария Маликова. Победитель в номинации педикюр пленки, мастер, второе место Анна Паупан. Педикюр пленки, мастер, третье место Вергейчик Мария. Педикюр ручная роспись, инструктор, первое место Ольга Мирсагатова. Педикюр ручная роспись, инструктор, второе место Галина Франц. Кстати, тоже было мало участников, там, где ручная роспись была в педикюре. Педикюр, ручная роспись, инструктор, третье место, Лилия Самойлова. Педикюр, ручная роспись, мастер, первое место, Анна Волкова.
Педикюр ручная роспись, мастер, второе место, Нина Шилова. Педикюр ручная роспись, юниор, первое место, Виктория Щетинина. И переходим к самой, наверное, красивой, я считаю, номинации, их две. Это креативные типсы, одна подиум гранж, вторая Мария Антуанетта. Очень красивые работы именно по гранжу получились. Итак, подиум гранж, категория инструктор, первое место Дарья Томилова. Креативные типсы, гранж, категория инструктор, второе место Наталья Шевченко. Креативные типсы, гранж, инструктор, третье место Ольга Пощан. Креативные типсы, подиум гранж, мастер, первое место Кимерчева Наталья. Креативные типсы, подиум гранж, мастер, второе место Репсине Галастян. Креативные типсы, подиум гранж, мастер, третье место Екатерина Никулина. Креативные типсы, гранж, юниор, второе место Ирина Зеленина. Креативные типсы, подиум гранж, юниор, третье место Анастасия Осипова. Креативные типсы, подиум Мария Антуанетта. Итак, категория инструктор, второе место Светлана Дуванова. Тут первого места нету. Креативные типсы, Мария Антуанетта, мастер, первое место Вероника Павловичева. Креативные типсы, Мария Антуанетта, мастер, второе место, Наталья Магдалинская. И креативные типсы, подиум, Мария Антуанетта, категория мастер, третье место, Диана Антонова. Итак, на этом мы подвели с вами итоги. Еще раз напомню, вам придут вот такие красивые кубки, вот такие красивые сертификаты. И, конечно же, подарки от компании Эми. На этом я с вами прощаюсь. Мы с вами встречаемся на следующей неделе на итоговом финальном прямом эфире по конкурсу «Вопросы-ответы» со мной, с Натальей Алтуховой. Вам хорошего вечера. Запись с вручения я сейчас в течение какого-то времени выложу на все площадки. Это площадки, запрещенная сеть Instagram, это YouTube и это ВК. И также помещу ссылки на сообщество ВК. Подписывайтесь на новое сообщество по конкурсу Эми Nail Club. Там будут конкурсные работы в течение недели выложены. И также подписывайтесь, кто в Инстаграме, на новый аккаунт Эми Nail Club. Там тоже будут выложены конкурсные работы. Всем большое спасибо. С вами была сегодня Катя Мирошниченко. И результаты нашего первого конкурса Эми Nail Club. Еще раз отдельное спасибо всем судьям. Обязательно судьям вышлем сертификаты и также подарки от компании Эми. И список судей, которые принимали активное участие в судействе, я также обязательно сделаю пост отдельный. Еще раз хочется им выразить большую благодарность. Все. Всем пока-пока. Не знаешь, как это? Давай сейчас закрою.